Подвигу героев песни «Прикоснись». В Черкесске прошел смотр-конкурс художественной самодеятельности «Солдаты антитеррора», в котором приняли участие сотрудники Управления Росгвардии России по Карачаево-Черкесии. Смотрите подробности. Солдат гитару в руки взял. Аслан уже не первый раз принимает участие в этом конкурсе. Он стал уже для него традиционным. Но каждый раз перед выступлением он ощущает волнение. Суровый офицер в сторонке настраивает свой инструмент, который прошел с ним все перипетии солдатской жизни и уже стал в некотором роде бойцовским другом. Другие участники тоже нашли удачное время и перед началом конкурса быстро прогоняют основные моменты своего номера. Радмир Тикеев, сержант полиции, давно увлекается музыкой. Гитара сопровождает его со школьной скамьи. Увлечение музыкой и творчеством идет параллельно с несением службы. Одно не мешает другому, а наоборот является удачным дополнением, считает офицер-музыкант. 16 лет мне было, подарили гитару и так научился играть сам. Дворовые песни, да, конечно, как и у всех. Постоянно выходили, играли на гитаре. У кого-то вот так мы учились между собой. Кто-то что-то выучит, у него там учишься. Потом кто-то я знаю, он у меня учится. Такие моменты были. Песни выбирались на усмотрение самих участников. Глубоко затронуло сердца слушателей слова из песни донбасского ополчения. Мужской голос с хрипотцой очень ярко передавал боевой дух, настоящие эмоции и чувства автора, кто волею судеб стал свидетелем военных действий. Мы вырезаемся, Мариуполь, мой противник один к одному. А над нами небесный купол оглядит на войну тюрьму. Мы вслушиваем свой застой. А капусту, что с краю гниет, мы не зомби, не супергерои, мы должны продвигаться вперед. Творческие способности росгвардейцев оценивала жюри под председательством заместителя начальника управления Росгвардии России по республике по военно-политической и политической работе Виталия Павелицы. Сегодня мы определим лучших, которые лучшие поедут на конкурс на округ, Северокавказский округ Росгвардии, на смотр-конкурс солдата антитеррора. А если там победят, значит поедут и на Россию, на росгвардейское мероприятие, которое будет проходить в Москве, ну, либо в другом субъекте Российской Федерации, как определит вышестоящее руководство. Данный конкурс проводится ежегодно. Наши сотрудники, военнослужащие регулярно, систематически каждый год выступают. И я думаю, что в этом году мы достойно выступим. По итогам конкурса лучшим исполнителем стал боец, исполнивший фронтовую песню про Мариуполь. Второе место занял сотрудник вневедомственной охраны Зеленчукского района Радмир Тикеев. Его коллега, младший сержант полиции Магомед Бастанов, исполнивший авторскую песню «Мы патриоты России», стал третьим. Фатима Дорова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия.